Наречие very. Наречие very соответствует русскому наречию очень, но в его употреблении есть некоторые нюансы. При использовании наречия very с прилагательными и другими наречиями трудностей не возникает. Very nice. She's a very nice person. Very good. It's a very good idea. Very hot. It's very hot here. Open the window, please. Very far. School is very far from my house. По-русски мы часто говорим «очень люблю», «очень нравится». И многие русскоязычные студенты так говорят и по-английски «very like». Но это неверно. По-английски так не говорят. Если вы хотите сказать, что вам что-то очень нравится, вам следует употребить фразу «very much» и поставить ее после глагола «like». Like very much. I like your dress very much. Bob likes traveling very much. I love my dog very much. Подписывайтесь на наш канал и заходите на наш сайт englesecrets.ru. Мы откроем вам еще много секретов английского языка. Учитесь вместе с нами!